Ну, короче, вот, это сегодня просто его речь, это была жесть какая-то. Причем здесь Одесса, Донбасс, Суворов, Мономах и Великая Отечественная война. Короче, я просто после этого парада, меня весь день еще трясло. Ну, что ты хочешь, старый маразматик уже. Ну, он там это все связал с Украиной, типа, вот сейчас мы тоже боремся с фашистами на своей исконной территории, которые брали Мономах, Суворов, еще там какую-то кучку перечислил кого-то. Давай сейчас СССР, блядь, какого хуя там, блядь, Литва, Латвия, нахуй, Эстония, блядь, не в составе России, давайте еще их отвоюем, блядь. Ну? Украина, Беларусь. Хули на Беларусь мы не прём, нахуй, на танках, блядь, что же, блядь, нахуй, СССР, это наша территория была, блядь. В Беларуси наши танки уже стоят, не переживай. Только они стоят там, блядь, не для войны. Не для войны с Беларусью, потому что Беларусь присоединится, как только будет нужно Путину. Ну пускай он, блядь, присоединяется, хули мы тут одни отдуваемся, блядь. Это уже победу с кем-то делить придется, что, не понимаешь, что ли? Победа, не проебали бы мы тут сейчас.